Пятничный намаз никто не отменял. Верующие столицы сегодня прибыли в мечеть на коллективный джума-намаз, который прошел на этот раз в немного укороченной форме. Также в ходе пятничной молитвы перед прихожанами выступили представители власти, министр по национальной политике и делам религии Дагестана Энрик Муслимов и заместитель министра здравоохранения республики Салман Ахмедов. Подробнее расскажет наш корреспондент Абдулла Алиев. Невзирая на сложившуюся ситуацию в мире, верующие республики в обычном порядке прибыли на обязательный коллективный намаз. Перед ними выступили представители власти. Они призвали граждан избегать места скопления большого количества людей и соблюдать правила гигиены. А также заверили, что в республике принимаются все меры безопасности для предотвращения возникновения эпидемии в регионе. Оснований для паники нет. Принимаются меры для того, чтобы исключить возможность, максимум возможного, для того, чтобы люди соприкасались друг с другом массово, по массовым мероприятиям, местах массового скопления людей. Это только с одной целью, еще раз повторюсь, о том, чтобы здоровье людей было на первом месте в республике. Все органы управления знают, что нужно делать в таких ситуациях. Побольше побывать на свежем воздухе, проветривать соответствующие помещения и, самое главное, соблюдать личную гигиену. Вот это то, что мы просим. Я очень благодарен от имени министра здравоохранения, хочу это выразить. Муфтият республики совместно с нашей джума-мечетью проводит очень большую профилактическую работу, санитарно-просветительную работу, хотя это функции нашего ведомства. Отметим, что подобные обращения представителей власти были организованы во всех муниципалитетах республики. Также имамом центральной джума-мечети столицы республики было отмечено, что до совершения коллективных намазов были предприняты все меры предосторожности и поводов для опасений нет. Все меры предосторожности все соблюдены и нету для этого никакого повода, уважаемый джамаат, чтобы переживать или для этого какую-то панику сеять. Все могут также прихожане приходить. Однако, учитывая режим повышенной готовности, объявленный в республике, пятничное богослужение прошло в укороченной форме во всех мечетях Дагестана. Отметим, что ранее в мечетях республики были проведены работы по дезинфекции. Абдулла Алиев, Джалал Магомедов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.